По заказу Почты России изготовлены особые штемпели одного дня. На их оттисках изображен стадион. Есть надпись «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года в России. Стадионы первый день». Погасить почтовую продукцию памятным штемпелем пришли сегодня сочинские филателисты. На марках изображены 4 стадиона, где будет проходить чемпионат мира, в том числе стадион «Фишт» в Сочи. Он уникален тем, что календарный штемпель он используется один раз всего, только сегодня. На следующий день он подлежит уничтожению или отправляется в музей, который находится в Санкт-Петербурге. В рамках краевой целевой программы по подготовке края к чемпионату мира по футболу в Сочи проводится целый ряд мероприятий. Напомню, в 2017 году Сочи примет Кубок Конфедерации. В 2018 чемпионат мира стартует 14 июня, завершится мировое первенство 14 июля. Матчи турнира пройдут также в Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске и Волгограде.